Всем привет, с вами я, Вика. Не знаю, это некий хоум-влог. В общем, вот. У меня бардак. Вот, в общем, бардак. Понимаете, да, вот куртка валяется там. Пришла из дома часа 2-3 назад. Не знаю, сколько. В общем, тут у меня учебники, я учила уроки и футболка. Там рюкзак, тут зарядка, я смотрела видео. В общем, джинсы, в которых я ходила, носки, там все такое. Постараюсь на столе. Сейчас я буду играть в Майнкрафт. В общем, вот. Такая у меня картинка на рабочем столе. Да. Господи, это чешется одежда. Вот там я. Есть мой телефон, да. Кстати, сейчас я вам покажу мой аутфит. В общем, вот я в таком свитере. Он очень мягкий, вообще обожаю его. Очень мягкий, мне удобно, он не колючий. Очень крутой свитер. Какой-то мягенький, хожу в нем даже дома. Также хожу в моих спортивных штанах, в общем, вот. Моих спортивных штанах. У меня термикалинджик какой-то. В общем, вот не буду переворачивать камеру. Ну, вот такая вот. В общем, у меня кофточка. Это надо встать так. Вот такой вот у меня отфит. Фи. Он очень мягонькая. В общем, прям мягонькая. И сейчас. Буду играть в Майнкрафт. Так что да. В общем, вот. В общем, вот. Не уже. Блин. Слушай, не перевернула камеру. В общем, вот. Меня уже так потеряли, что мне один раз уже позвонили в скайпе. Вот, лол. Да. Вот. Да, блин. Сейчас посмотрим, кто же это был. Мне наушники мешаются. В общем, вот. Да, мне этот чепела звонил. А, это моя тема. Лол. Господи, это было как-то косо, непонятно. Если хотите, чтобы я на Новый год снимала влог, прям как я катаюсь там на Бенге там. Вот, в общем, да. Напишите, пожалуйста, в комментарии, хотите ли вы или не хотите ли вы. В общем, я хочу, я сниму. Если вы даже не хотите, я сниму, но... Пожалуйста, напишите в комментарии, хотите ли вы видеть это. И хотите ли вы видеть видео о подарках. Я просто... Как бы видео о подарках, я просто утром встану, как бы возьму свой телефон в руки и начну снимать просто. Там как распаковывать. Да. А сейчас я пошла звонить. Чипелазу и... Играть в Майнкрафт. Я ела шоколадку. Я свинья. Кстати, я свинка Пеппа, потому что... Не потому что, а потому что у меня полотенце со свинкой Пеппой. В общем, вот. Срач полный. Компьютер у меня фиговый. Фирма у меня как бы LG. Вот LG. Дальше. Коврик от мышки у меня из AliExpress. Ведь потёртый, везде трещины, в общем, вот. Да. Мышка какая-то фиговая. Посмотрите на мою клавиатуру. Она постоянно так будет.
Просто камера громко и неудобно. Когда нажимаешь на одну кнопку, допустим, хочешь написать «Привет». Когда нажимаешь на «П», у тебя сразу пишется «Пи». Вот. В общем, это я не очень люблю. Кстати, кто знает Ксению Матрин, кто смотрит ее, если вы ее не смотрите, то обязательно посмотрите. Она живет в моем городе, в Ижевске. У нее больше 30 тысяч подписчиков. И я вот не знала, что просто в моем городе живет такой видеоблогер, у которого 30 тысяч подписчиков. Это просто офигеть. 30 тысяч подписчиков. Я думала, наш город самый отсталый. Она живет Ксения Матрин, у нее 30 тысяч подписчиков. В общем, вот. Да. Также к нам в город приезжала Ира Ваймер. Ну, Ирина Ваймер. Ну, Ира Ваймер, короче, вот она приезжала к нам в город. К нам в город приезжал Егор Крид, Мот, Натан. Наргиз приезжал, к нам ранетки приезжали. В общем, вот у нас самый классный город. Так что вот, гордитесь своим городом, я тоже горжусь им. В общем, вот. Хочу как-нибудь увидеть Ксению Матвин. На, надо бывать на улице Варшилова. Она ходит на танцы. Как я поняла, у нас... Как бы на Варшилова, на танцы можно ходить только в 73-ю школу. Ой, в 73-ю, в 93-ю школу. В общем, вот я смотрела ее влог один, она там шла по Варшилову, и она говорит, что это самое опасное, все такое нет. Это самое лучшее. Улица. Блески. В общем, вот. Она там проходит. Рядом как бы с Ворошилова на 9 января находится платформа, куда находит спортивный зал. Я хочу хоть раз ее увидеть и попросить автограф. Автографов было у меня очень много. И есть вот в этом замечательном дневничке очень много автографов от учителей. Я очень коряво пишу. Да. Мне не нравится, как я пишу. Вот какие у меня оценки выходили за первую четверть. Это предварительные. В общем, вот. По ИЗО, ну, по изобразительному искусству, у меня две оценки 5-4. То есть это 4,50. Это у меня выходила пятерка по иностранному языку, ну, по английскому языку тоже 5-4. Выходит оценка 5. Литературный чтение 4-5-4-4-4-3-3. Выходит 4. Дальше математика 4-4 и одна пятерка. 4-20. Ну, это четверка. Окружающий мир 4-4-3-4. На 3-75 выходит четверка. Русскому языку 5-3, 4-4, 5-2, 4-5, 4. 4-18, выходит 4. Психологии 2-4. Выходит 4. И по физкультуре, конечно же, 4-5, выходит 5. Вот видите, как я коряво пишу, спалилась. В общем, вот. Да, спалила уже свою фамилию. Фамилию. Я Гоголева. Да. И сейчас я вам покажу, точнее уже показываю, какие оценки мне выходят. Так. Находим. Ну, там вот русский. По русскому у меня там сколько выходило предварительное? 4. И вышло 4. У меня очень много. 4, 1, 5. 2. Ну ладно. По чтению. Ищем чтение. В общем, у меня выходила 4. Ну, у меня как бы 5 только вышла по изобразительному искусству. И по физкультуре. Круто, я прикрыла. Блин. Где... Блин. Отлично. Отлично, еще камеру перевернула. Вообще отлично. В общем, вот у меня только по
ИЗО. Ну, у нас все, у всех такие дневники, даже у мальчиков, поверьте, это круто. Когда у мальчиков тоже такие же дневники. Бабочками. Ладно, я очень коряво пишу. Не буду это палить. И пойду уже наконец играть в Майнкрафт. Сколько я это обещаю, не знаю. Ну, в общем, не знаю, понравился вам этот хоум-влог или нет. Я не знаю, куда я смотрю. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ну, вот и все. Это было все. Всем удачи и добра. Пока.